Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, который продолжает свое хоррор-прохождение Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на высоком уровне сложности, а именно на божестве. Хоррор, потому что меня тут бьют. Польско-македонские захватчики со всех сторон мутузят. Я как могу держусь. Давайте заодно сейчас проверим, не хочет ли кто-либо из них заключить со мной мир. Он только персы меня как-то так любят, понимают. О, македонский хочет, слушайте. Так, давайте мы, прежде чем заключать мир, тогда немножко его пообстреливаем. Кстати, а брюссельским в войне... Ой, то есть в союзе с Александром, то есть и с Брюсселем я мир заключу. Так, очень хорошо. Если вы не видели первую серию, то лучше к ней перейти, ссылка есть в описании, либо в правом верхнем углу появляется. Ну а спонсоры все серии видят сразу. Так, давайте, значит, тут апнемся. Тут, видимо, конем сейчас побежим в эту сторону. Так, ну хочется кого-то обстрелять, хочется. Прям... Ага, могу вот... попробовать. Давайте, наверное, попробую убить этого лучника. Он тоже вон ведет. Так. Так. Видите, два повышения будет для моих ребят. Сюда, наверное... Ну, давайте, наверное, убьем этого дуболома тогда. Так, и вот теперь, видимо, можно мир заключать с Александром. Может, мне что-нибудь даст? Нет, ничего не хочет давать. Ладно. Отлично. Фух, от одного отбились, так сказать. Ну, кстати, у нас с ним должны быть нормальные отношения. По идее, видите, 11 против минус 8. То есть я пока буду с Польшей воевать, он ко мне потеплеет. Так, значит, перебираемся в эту сторону. Так, и с Брюсселем я помирился тоже, да? Да. Так. Угу. Ну, давайте, наверное, тогда попробуем здесь вырубить лес, чтобы поставить кампус на этом месте. Хотя выкуплю тут сразу клеточку. Да, дорого, но... Что ж поделать. Так, тут пока лечимся. Не знаю, копейщика, ну... Что у нас тут стоит? На копейщиков? Да, на копейщиков. Ну, Александр уже, видите, у него даже армия меньше, чем у меня. Вы можете сказать, что надо было попробовать халкидики взять, но с этой силой вряд ли получится. Мне надо от Польши 2550 силы, понимаете, да? То есть вот эта чувиха с меня просто так не слезет. Там надо идти разбираться. Тут интересно, конечно, что еще есть. Но такое ощущение, что ничего, потому что оттуда мы просто никого не встречали. Бразилец в этой стороне где-то. А надо расселяться еще. У меня, блин, даже районы не построены. Ну, военный лагерь я тут продолжу строить. Да. Так, где у меня тут... Скаут бегает. Ну, в общем, прикольно, прикольно пока идет. Боюсь, как бы нам не отстать, конечно. Очень сильно. Но тот факт, что я от македонского отбился с гитайрами его на высоком уровне сложности, у меня больше армия, это меня радует очень сильно. Так, сейчас мы будем убивать... Или не получится.
Очень хорошо, что тут подход ко мне тяжелый. Видите, он катапультой с большими усилиями только может подойти. Так, значит, убираем лес отсюда. Сразу в очередь давайте кампус поставим. Нам наука нужна. Деньги нам нужны. То есть нам, на самом деле, и рабочие нужны, чтобы это все поубирать, зачистить и коммерческие районы поставить. Так. Так, я сглупил, я не перекинул Виктора. А надо было прошлым ходом это делать. Мой косяк. Сможем ли мы убить этого мечника? Так, давайте я, наверное, отойду дуболомом. Лошадь подведем. Дорога хреновая. Или лучше это убить, а не мечника. Ну, я не смогу. Раз выстрел, два выстрел. Или смогу мечника убить? Ладно, давайте пробовать. Да, отлично. Патовая ситуация, нет, лучше полечимся. Блин, тут вот у России, вот меня Россия очень сильно беспокоит, но с другой стороны, ей на меня нападать вообще дико неудобно. Так, давайте. Ой, блин, там у варваров арбалеты, мама мия. Но я все равно пока в пикинеров пойду, что я смогу апнуть хотя бы одного. Хотя бы одного копейщика в пикинёры, и это будет уже сила 41, это города не берутся. Блин, но арбалеты у варваров это жопа. Очень такая неприятная, мясистая. Фу. Вот тут пирамиды построил. Зато мы практически от Северного полюса до Южного уже. Все разведали. Блин, он... Александр выкупил юниты у Брюсселя. К сожалению, к Едвиге он никак не присоединится. Но Александра... Почему Александра со всеми хорошие отношения? Ему уже не нравятся люди, которые не ведут войну. Не понимаю. О, уже минус 7, зато плюс 11. Должны улучшаться отношения постепенно. Так, а что там у Польши с верой? Ничего там не усилило? Типа, например, крестовый поход какой-нибудь не поставило? Ну, как же мне сюда... Когда это ввести... Убился от меня юнит. Так, сколько у нас? 6 ходов. Теперь что ли в нормальную эпоху выйду? Так, тут прачника убьем. Тут мы апнем лучников. Обоих. Плюс 10, если находится улучшение, которое усиливает обороноспособность лифта. То есть мне в центр города его надо будет поставить следующим ходом.
Реально такой этот. Пойду лошадей. Нет, пойду я, наверное, железо обработаю. Это меня до мечников будет ускорить. Лошадки скочуть сюдой. Постоим. Ну, не знаю, тут Польша сливает армию. Не знаю, ну что она здесь, 507 силы, правда. Но она не хочет. У нее нету ни гитайров, ни гипосписа. А что там по науке? Ну, я отстаю, естественно. Хотя, кстати, 23, 31, 12, 17. Я не скажу, что это прям существенно. Ну, в какую сторону бежать? Ладно, побежать. Ой, блин. Сейчас меня тут мечник вор... Ну, он, правда, не убьет, конечно. Так, что тут поляки делают? Убился от всадника, ведет катапульту. Отлично. Эта катапульта умрет. Так, сможем убежать. Дальше. Вот так я. Выводим копейщик. Блин, надо было их поменять местами, ну ладно уже. Ладно. Так, улучшаем лошадку. Лечимся. Нехватка... Счастье, наверное, из-за войны, нет? Просто нехватка счастья. Надо ресурсы. Ну, кстати, ресурсами очень все неплохо, но я их не могу обработать, потому что мне не хватает. Так, давайте мы, наверное. Сколько ходов осталось до поселенца? Один. Давайте я, наверное, открою мистицизм, поменяю карточку на рабочих. Мне надо кучу рабочих построить. И давайте я, наверное, собственно, в каждом городе и поставлю их делаться. О, пошла лояльность утрачиваться в Чэнду. Да, вот это проблемка. Ну, минус 0,4, ладно, потому что Халки дикий вырос. А Чэнду у меня не растет, да? Ну-ка ему расти минус одно довольство. Ну, кстати, это вот этот минус по лояльности именно из-за того, что минус одно довольство. Если вернется плюс по довольству, то все нормально будет. Так, вино у меня, да, оригинальное, еще и шелк не обработан. Вино и шелк. Давайте какао. Есть вообще с кем меняться? У кого-нибудь двойные, вот слон есть. У русского соль есть, да. Значит, можно обрабатывать какао. Ой, посмотрите тут. Так, давайте мы, наверное, сюда прыгнем. Потом так и так. Так, остальные вроде стоят на месте. Глянем, сколько у кого городов. У России 7. Круто. У Польши 6. Мне тоже надо 6 ставить. У Персии 7. У ацтеков 6. У Бразилии 6. У Македонии тоже 6.
А у меня 5, я все не могу вот довести сюда. И тут надо смотреть. Вообще, на самом деле, как бы вот тут, походу, место есть. Похоже на то. Тут постоим. Так, тут я рабочего сделал. Давайте в этом городе делать... Так, я вот здесь смогу на будущее... Вот здесь я могу ставить дамбу, так? То есть, по идее, вот тут, возможно, акведук, я так понимаю, потому что это озеро... Тогда вот здесь у нас будет офигительная промышленная зона. Ну, вообще в этом городе мало производства изначально. Поэтому коммерческий район вполне можно и тут поставить. Я думаю, что надо тут ставить коммерческий район. Блин, ну... И давайте, наверное, амбар для начала. Надо, чтобы... Хотя, с другой стороны, этот город будет давать лояльность, но мне надо, чтобы этот город рос на Тайюань влиял. Вот в Тайюане польские города очень сильно будут лояльностью давить, тем более, что она религию здесь сделала. Центр коммерции 19 ходов — это слишком долго. Амбар даст возможность роста. С другой стороны, тут довольство немного у меня пока. Не, давайте амбар. Я поторгую там ресурсами. Как-нибудь вырулим, я думаю. Да, в Тайюане, кстати, уже, наверное, следующим ходом можно будет стену ремонтировать, но я не думаю, что мне это сейчас понадобится. Тут невозможно... Так, значит, меняем поселенцев на строителей. Бастионы оставляю, юниты тоже, наверное, уберу. Давайте районы нет. Давайте просто на производство еще дополнительно. А, стоп, 2 посла. Надо ли мне Брюссель перекупать? Я думаю, нет. Я думаю, нет, оставим так пока. Пойдем сюда. Я боюсь, что у меня этот варвар разнесет. Так, могу 2 раза стрелять, видите? Что Виктор присел сюда. Опа. Опа. Так, тут убиваем этого дуболома. Смотри, не умер. Ладно. Сейчас умрет. Теперь. Вот посмотрите. Лучник имеет 25 базовая мощь и плюс 5 залп повышения. Я его выведу сюда, а в город посажу этого лучника. И он должен иметь, видите, 7 дождь стрел, 5 залп повышения и 10 гарнизон за счет того, что он находится в районе, который ему плюс 10 дает. И с его помощью уже добьем. Так. Коником, наверное, побежим сюда. Мне не нравится вот этот мечник здесь. Потихоньку начнем подходить. Этим коником сюда. Нам желательно в границах своей территории находиться, потому что Виктор дает плюс 5 к силе именно в границах своей территории. Ну и тут пока так встанем. Можно было... Вместо плюс 1 производства минус 1 к содержанию юнитов поставить. У меня, наверное, тогда денег побольше стало. Видите, вернулась лояльность, потому что ушло несчастье в этом городе. Ну...
Есть ли вероятность, что Александр мне опять войну объявит? Не знаю, честно говоря. Вот, блин. А, это скаут. Но все равно, блин. Все, хана моему скауту. Жаль. Так, мистицизм открыли. Продолжаем в наемники идти. Ну да. 6 ферм я вряд ли сделаю, военный лагерь я построю. Кстати, можно после военного лагеря вот здесь сразу и центр коммерции, наверное, делать. Вот сюда. Так, сначала, опять же, рабочего. Да, торговца тоже надо. Давайте торговца в Сиане. Потом в Сиане центр коммерции вот сюда. Мне тут нужны больше деньги, чем наука. Мечниками. Ну давай, давай, давай. Прям даже интересно. Ну против всадников мечники ничего не смогут сделать. Блин, пошел арбалет атаковать. Ну, пока так встану, пока атакует. Блин, с ним. Так, колесо продвинулось, обработка железа продвинулась. Блин, минус 7 золота. Минус 7. Это что-то дофига. Давайте мы здесь пускай вот так сделаем. Именно, чтобы клетки с золотом обрабатывались в первую очередь. Тут у меня довольно много золотых клеток, видите, плюс 3. То есть я могу немного улучшить свое положение за счет этого. Блин, опять нормальный век в итоге вышел. Ну, что я могу тут сделать? Тут как бы классный чувак. Это, короче, он вошел, вы представляете, какой тут бонус поддержки получается? Ну, у него, конечно, к боевой мощи плюс 10, но вот просто, у меня, видите, копейщика, посмотрите, плюс 8 за атаку с фланга. У коней еще больше будет. Нет, у коней все равно плюс 8. Плюс 8. Ну давайте. Мне все равно как-то тяжело его убивать. Ладно, давайте, кого мы тут попробуем. Так, вот первых. Давайте, наверное, вот эту коняшку сюда. Так. Дальше. Так. И так. Теперь атакуем коняшкой и добиваем лучником. Минус один мечник есть. Дальше. Да, обратите внимание, что олигархия не дает плюс 4 наземным юнитам, верховым юнитам. Она дает только рукопашным. Река плюс 5. Я просто больше мы его как-то не добьем сейчас, этого мечника. Хотя я атаковал... Не добиваем. Нет, не добиваем.
Охренеть. Вот поэтому, кстати, лучше заканчивать именно стреляющим. Я зря. Я одним бы начал, а одним закончил. То есть лучше последний выстрел делать именно вот как я тут с конем сделал, например. Да, блин. И этому скауту хана. Эх. Блин, как мне сюда город поставить? Вот этот варвар очень не в тему. Вылечился, интересно, что взял? Черепаху или... Да, убили. Смотрите, какая огромная карта. Будет. Значительно продвинулись по пути к социальному институту военная подготовка. Ну, за счет военного лагеря. Давайте... О, новые строители на два действия больше получают. Так. Ну, давайте сначала тут повоюем. Он не черепаху взял, я так понимаю. А что он взял вообще? Так, ладно, давайте убьем вот этого мечника. Кстати, Польша не хочет еще мир заключить? Да блин. Что она отмороженная такая? Кто бы мне объяснил? Странно, что он взял за прокачку на этого юнита? У него не... Он не взял ни плюс, ни воинственный клич не взял, ни черепаху. Вы видите, вот, смотрите, я навожу, то есть, давайте вот, навожу лучником. Видите, у мечника нету плюс 10 от дальнобойных атак. Навожу конем. А, подождите. Это ж хрень как раз против коней не работает. Нет, все равно нету плюс 7. Это странно. Так, ну тут я его хочу убить все-таки. Давайте этим проатакуем. Где этого коня убить не могут? Итак. Все, хорошо. Так, этот мечник, хай он идет. Опа. Так, это... Блин, ну вот как? Ну вот как? Хочется идти какао, видимо, обрабатывать. Иначе захватит этого... рабочего. Арбалет. Как вот варвары могут... развиваться круче, чем реальная цивилизация, да? При том, что они не могут иметь контактов ни с другими, ни с какими другими цивилизациями тут. Ну вот серьезно, почему у них уже арбалеты? А я тут как этот. Так, давайте подумаем, где в Тайюане я бы хотел центр коммерции поставить. Кстати, как вариант здесь неплохой, а кампусы... Кампус здесь на плюс 3 у нас есть. Очень хорошо. Так, вот тут кампус на плюс 3 надо пометить. Хорошо, тогда если я тут кампус, то может... Вот здесь акведук, наверное, надо будет
Ну, кстати, вот здесь акведук. Вот здесь. А, если мы тут дамбу поставим, тут она уже не влезет. Ну, как вариант, вот сюда, например, можно этот промышленную зону. Но это предварительно. Этот, я не уверен, что здесь прям самый... Тогда здесь, ну, центр коммерции, почему нет? Давайте я прям сейчас я вот туда определю. Даже удалять пока ничего не надо. Ну что мне этим рабочим лучше всего обработать? Ну ладно, в эту сторону идти. Давайте, наверное, лошадь вот эту. Сам атакует. Так. Значит, этим я пойду кофе обрабатывать. Давайте, наверное, может, еще железо. Я бы тогда... А, нет. Железом я бы не поторговал, потому что... При создании военных лагерей и зданий в таких районах... Ну ладно, все равно в наемники пока идем. Ну, конечно, в Тиюань еще вот сюда бы военный лагерь поставить, я был бы очень защищен. Но мне нужны коммерческие районы. Потому что если я буду везде военные лагеря расставлять, то я просто проиграю по развитию. Вот так, пока предварительно давайте вот сюда военный район определю. Да, жалко, что потерял всех скаутов. Очень-очень жалко. Тоже военный район вон Польша строит. Ну, это все отбивается, как вы понимаете. Это все. А вот, кстати, начинается уже битва католицизма против православия. Прикольно. Да, не влазит мне сюда никак. Посел из-за этих варваров. Надо отходить, иначе захватят. Так, что мы делаем? Может, этим конем побежать как-то? Помочь? Ну, против арбалетов кони, конечно, хорошо будут. Его бы только вылечить. Так, кого будем убивать? Опять нормальный век. Опять, наверное, возьму на монументальность. Так, тут коня... Лечим. Тут апгрейд. Ну, зона контроля. Хотя тут дополнительная атака будет. Ладно, давайте тогда в дополнительную атаку пойдем. Вот жалко, эта клетка к Тайюаню не относится. Тогда бы на нее Виктор работал. И мы бы очень неплохо. Но я, когда мы перейдем, я тут поменяю городское планирование на... снижу содержание юнитов. Чтоб деньги были. Я бы лучше этого мечника пытался убить, потому что, ну, этот тут ничего не наделает. Тут такая оборона стоит. Ну, давайте лучше в этого. Неужели... Нет, не добил. Я думал, лучник убьет таки. Ну, давайте, наверное, коняшкой поскочу. На помощь.
Так, тут деньги и производство. Вот так вот поставим. Что, нам нужен караван в Тайюань, дорогу провести. Так, ну тут по барону. Да, ну плохо у нас развитие. То есть компьютер-то может развиваться, даже воюя, а у нас... А ну смотрите, 349, ну слушайте, а может она уже хочет... Уже хочет помириться все-таки. У меня уже армия выше ее. Да ладно, ну что ты такая упорная? Я не понимаю, ну ты же сливаешь тут все от меня. Персия захватила Маквоса Кахикан. Ух ты, перс там Кри, походу, захватывает. То есть где-то вот там снизу Кри есть. Ну, я тут просто не знаю. Не расширяется под влиянием культуры, пускай Едвига. 100% к типичным приотправкам торговцев, ну, пускай производственный. Тут фигу кадашка на 20... На 20 цивилизаций, вы же сами понимаете, тяжело. Неизвестный игрок к торговым. Ну, логично. Так, я бы, наверное, поставил два дополнительных действия. Вот тут у меня сейчас один достроится хотя бы. Ну и плюс я хотел содержание. Давайте, два дополнительных действия и содержание юнитов. Кстати, вот это мне довольно много денег должно дать. О, 15. 12 монет вход, плюс. Умер. Умерла катапульта. Не знаю, на что там Польша надеется. Не, никак. Просто никак. А чё, ну... Неизвестно, почему разочарован тем, что вы получаете мало веры. Говорит, пойду убью тебя. Ни во что не веришь? Сдохни, тварь. Чисто, чтобы дорогу провести. Да ладно, тут равнина. Блин, сейчас он... Сейчас арбалет захватит этого посела. Надо идти разбираться. Так, тут какао. Тут пошли шелк. Блин, тут военный лагерь может появиться. А, только под у нее стен нету. Нет, тут вот со стенами очень хорошо можно отбиваться. Потом надо будет открыть стены... Средневековье. Так, подождите, а что-то у меня сейчас тут было вы... А, вот копейщик улучшен. Против юнитов ближнего боя. Ну что, винишка? Блин, вот эти, конечно... как тут так работают алгоритмы игры, что... Вот эти исторические польско-китайские войны, это прям как в жизни все. Помните, это знаменитая
осада Тайюаня польскими войсками под предводительством Гжемыслова Прибыжалки. Это чех какой-то получается. Ну, пускай Яна Собесского. С трудом сдерживаю, с трудом. И тут еще эти варвары дебильные. Не, ну он, кстати, может и не захватить, потому что вот стреляющие юниты у варваров, я замечал, они не особо стремятся к захвату. Ему не нравится, что у меня больше ресурсов роскоши, чем у него. О, Китай становится православным. Нет, захватил все-таки арбалет. Ну, ладно, я думаю, что отобьем, и там два коня уже бежит. С двумя конями как-нибудь справимся. Ух ты, военный кризис против перса какой-то прошел. А, там он у Криза хватил. Знаменитый кампус. Польша, 253. Может мне сейчас пойти ее лучше захватывать? А то как-то так выглядит, что у меня уже получше. Но мне тогда надо... Хотя, наверное, осадные юниты не понадобятся. На Вроцлав. Пойдем на Вроцлав. Блин, уже 4 уровня у меня юниты. Блин, реально, что надеется Польша? Прям даже интересно. Так, а уж это вот это за скопление здесь юнитов. Так, есть два какао. Срочно торговать. Первых на слоновую кость. Ага, он хочет, чтобы я ему платил. Нет, меня это не устраивает. Что с ацтеком? Да ё-моё. Что вы такие жмады? Я же тут страдаю. Блин, а убьет ли арбалет мне этого дуболома? Скорее всего, убьет. Ну и надо ли мне тогда это какао обрабатывать, если они так поступают со мной и не торговать не хотят? Что мне в этом городе лучше обработать? Где у нас тут, например... А, тут пока кампус некуда. Блин, минус 2. Из-за усталости от войны, между прочим. Я бы с Польшей, на самом деле, все-таки мир бы заключил сейчас. И, может быть, пошел ее чуть позже... гнобить. Так, что он тут обрабатывает вообще? Бананы, это какао тоже обрабатывает. Шелк. Ну, шелк у меня и так бежит. Парень, ладно, пойдем. Кампус готов. Ну, хоть какая-то наука появляется. Петра... Надо ли мне тут библиотеку сейчас строить? Нету ни одного... Амбар тоже не нужен. Дать, наверное, еще строителей.
Ну, может, еще у кого ресурсы вообще? Что-то я только с Монтесумой. Ну вот, Перс, кстати, у меня с ним хорошие отношения. Ну, тут уже поменьше он хочет денег, конечно. Кто-нибудь еще есть? Представляешь, что у Александра Македонского вообще нету ресурсов. То есть, тупо просто ничего не обработано. Такой, на, нафиг надо. Да ладно, давайте с Персом договорим. Слушайте, а давайте я Персу, может, лошадей немножко отсыплю заодно. Жменьку лошадей тебе, а? Может, ты мне еще за это табачка выдашь? Вот 25 лошадей. Я их тут сейчас строить не буду. 6 золота вход. И мечников я не буду апать. Может, попробовать еще 10 железа ему дать? 2 золота. Мне просто счастье реально надо. Ну, надо, наверное, соглашаться. Тем более, у меня там 2 ресурса железа капает. Надо, наверное, соглашаться. Хороший парень, он меня поддерживает в этой игре. О, плюс 1 довольство в Сиане. Плюс 2. Плюс 1. Так, тут уже не надо нам еда. Там город вообще не растет. Да, да. Слушайте. И тяжело, и интересно, согласись. Это лучше, чем сидеть просто домики строить. Очень хочется пойти реально Польшу захватывать. Может, раз я решил проблемы со счастьем попробовать? Она просто пришла, убила об меня свою армию. Смотрите, у нее уже 210. Что там происходит? Прям Минакши. О, не убился. А что так мечник больно по... О, пикинёры. Пока, пожалуй, оставим. Мне интересно апнуть пикинёра. Сколько стоит? 120. Дорого. Пиу. Пиу, пиу. Так, ну пошли тогда ловить вот этого наркомана. Я могу его сейчас захватить, но тогда мне арбалет убьет дуболома этого. А в принципе, а нужен ли мне этот дуболом? Я думаю, нет. Да, это лучше. Теперь надо как-то этих... Ты... Особенно арбалет... Мечник мне не так страшен, как арбалет. Арбалет слишком много урона наносит. Ну вот и нету армии больше. У Польши. Вот и нету у Польши армии больше. Стихи? Я заговорил стихами. Пошли Вроцлав гнобить, я думаю. У меня же еще, кстати, пантеон на плантации. Так, подождите, а почему... А, не, работает, вон, культурка есть. Смотрите, какая культура у чувака из России. Просто завитки берут. А Александр уже может со мной воевать? Да, может, если чё. Не хотелось бы. Уважаемый Александр, обдумайте нападение на меня и не делайте этого.
Ну, давайте, наверное, мечников откроем. Потом пойдем в арбалеты прям даже. Вот так. Не, ну я должен попробовать Вроцлав взять. Кстати... Нет, все еще нет. Что Сиань вообще... Ага, ага. Ну, пойдемте шоколадку. Шоко. Да, надо, наверное, поменять карточку на плюс 2-10. Хотя тут у меня строится строитель. Ну, что я вместо нее могу поставить? Золото от торговли? Нет, у меня один торговый путь. Это бессмысленно. Поселенцев я не буду строить. Жилье нет. А, ну, ну, плюс одно производство, но, в принципе, пускай там два дополнительных действия будет. Кстати, я еще при большом желании могу Брюссель, например, засоюзить. И у него там вот есть арбалеты, но у меня нету денег их выкупить. Не, ладно. Пока... Пока нет. Спасибо. О! Кто-то хочет мне заплатить даже за мир. Ну, ребята. Давайте поступим интересно. Вот на этом месте я тогда эту серию завершу. И хотя я буду записывать дальше еще до ваших комментариев, но я хочу, чтобы вы проголосовали в комментариях, мириться с Польшей или нет. Просто вот как вы считаете, исходя из логики игры, исходя из стратегических соображений, как я считаю, как я сейчас поступлю, вы уже увидите в следующей серии. Она выйдет завтра, а спонсоры канала ее могут посмотреть уже прямо сейчас. Спасибо, что смотрите, играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!